Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня приготовим вместе творожную запеканку. В миске смешиваем все ингредиенты. 500 грамм творога. У меня творог мягкий, 8% жирности. Чем жирнее вы будете брать творог, тем вкуснее получится ваша запеканка. В творог выбиваем 2 яйца. Добавляем 4 столовые ложки сахара. Сахар можно добавлять по вкусу. И 4 столовые ложки манной крупы. Кстати, манную крупу нужно добавлять, ориентируясь на консистенцию вашего теста. Я вот сегодня использую мягкий творог, а бывает творог сухой, бывает творог влажноватый. Поэтому на начальном этапе я рекомендую добавить 3 столовые ложки, перемешать, посмотреть на консистенцию и, если нужно, добавить еще 1-2 столовые ложечки. Также я добавлю 4 столовые ложки сметаны. И все тщательно перемешаю венчиком. Если вы пользуетесь обычным творогом, то его нужно протереть через сито, либо очень хорошо размять вилкой, или же перебить погружным блендером. Делайте, как вам удобнее. Масса должна получиться кремовая и однородная. Чуть не забыла, также добавим щепотку соли и отставим в сторонку на 15-20 минут, чтобы манка хорошо набухла. Также в запеканку я добавлю сегодня немного изюма, у меня здесь буквально 40 грамм. Заливаю его кипятком, отставляю на 5 минут, и затем сливаю воду и обсушиваю бумажными полотенцами. Прошло 20 минут, манка хорошо набухла, добавляю сюда подготовленный изюм. Все перемешиваю и подготавливаю форму. У меня сегодня форма размером 24 на 14 сантиметров. Застилаю ее пергаментной бумагой и смазываю небольшим количеством сливочного масла. И переливаю тесто в форму. Все немного разравниваю. И также вот у меня осталось немного сливочного масла, которым я смазывала формочку. Сверху этим же сливочным маслом, я его растопила, сверху смажу запеканку, чтобы она у нас получилась румяная. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Через 30 минут приготовления можно открыть и проверить. Друзья, запеканка у меня запекалась ровно 45 минут. Я ее сразу достала из формочки с помощью пергаментной бумаги аккуратно. Можно ей дать полностью остыть, чтобы легче было доставать. Я не дождалась, сразу нарезала ее на порционные кусочки. Получается очень-очень вкусно. Сверху можно ее полить вареньем, джемом, медом, сгущенкой. Посмотрите, какая запеканка получилась внутри. Это какое-то чудо. Получается очень-очень вкусно. Сверху хрустящая корочка и внутри нежный творожок. Никакой муки. Получается еще и диетическая запеканка. Вместо изюма можно добавить сушеную клюкву или другие ягоды, даже замороженные. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось. Всего вам доброго и до новых встреч!